Лариса Чистилина, театр, читает ученик 10 класса средней Амутинской школы номер 2, Садовых Иван. Любишь ли ты театр так, как люблю его я? Кресла портера в ряд, в люстре бриллианты горят. Сцена пуста пока, взгляды с балкона вниз, глянец программки в руках, трепетный шорох кулис. Занавес взвиться готов, будничных дней словно нет. После тройного звонка медленно гаснет свет. Вспыхнут софитов огни, зрительный зал затих. Будем с искусством одни ждать откровения миг. Снова актеров игра дарит счастливый случай. Верю в победу добра, верю, мир станет лучше.